Привет всем зрителям, подписчикам канала. Сегодня у нас парочасовая рыбалка получается. На большую воду выйти не получается, так как на поиски рыбы надо идти далеко, а времени нету. Поэтому мы решили зайти на окуневую точку и половить окушков. Но у нас почему-то здесь клюет мелкий судак. Okay. Значит, ловим мы на Рейнс Сатурн микро 2,5 такого цвета. Первые забросы принесли нам уже с удочка, поэтому попробуем что-то поймать дальше поинтересней. Значит, ловим мы на ультралайт, вот такой компании фаворит, называется Blue Dot. Тест 0,55. Палочка вообще зачетная. Для ловли окуня вообще не знаю, как по мне, то лучше палки нет. Тем более палка чисто джиговая с клееным кончиком. Удавалось на нее поймать, я вам скажу, таки крупную рыбу, такой как судак 3,5 килограмма. Палка выдержала все нагрузки, отыграла все как положено, судак был в лодке. Поэтому если кто-то сомневается в покупке блюберда, скажу сразу, можете не сомневаться. Thank you.
Ну что, итоги. Место Окуневое ловились судаки. Ловить на ультралайт, конечно, ну это кайф. Поэтому какая рыба в ней прицепилась, все равно довольно интересно, экстремально. Поэтому я считаю, что все сегодня получилось. По крайней мере, на рыбалке мы были всего-навсего там 2,5 часа. Но я думаю, заряд на неделю получим. И удовольствие тоже. Так что всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до встречи.